Всем привет! В этом видео хочу показать особенности и, собственно говоря, тонкости реализации, валидации и enumeration, ну, так называемых enum. Enum очень удобная штука, на самом деле, я ее очень часто пользуюсь. Ну и, собственно говоря, есть некоторые реализации, особенно при сохранении данных, то есть при использовании этих enum-ов в модулах, которые используются, допустим, там в API-контроллерах или в ASP.NET Core-контроллерах. В общем, давайте вот сейчас приступим. Итак, друзья, в чем суть вопроса? Я создал из шаблона, который был продемонстрирован не раз уже в предыдущих видео, тестовый пустой проект, вообще абсолютно пустой, поправил название базы данных, сделал миграцию и, собственно говоря, удалил еще кое-какие данные, чтобы они не мешались, связанные со свагером. И, в общем-то, вот сейчас готов его запустить и показать, что эта штука работает. И она готова к демонстрации. Вот. Собственно говоря, здесь есть пара методов, пару контроллеров, но они нам не нужны. Хотя давайте вот на примере вот этого value и сделаем всю так называемую магию. Что я хочу сделать? Я хочу, давайте вот я создам. Давайте я сейчас быстренько создам метод, который будет на пост принимать какой-нибудь там viewModel, да? А на видео перемотаю. Итак, я создал, как вы видите, вот небольшой контроллер, то есть метод в контроллере, только для демонстрации. Пожалуйста, не делайте так. Если у вас есть Person, у вас должен быть Person контроллер и так далее. Я создал класс Person, я создал также Person Create View Model, там одно свойство, неважно, и есть перечисление. Собственно говоря, об этом перечислении пойдет речь. Что дальше? Давайте пометим этот метод атрибутом. Пусть он будет пост, ну и, собственно говоря, давайте запустим. Все должно сработать. Специально сделал, чтобы можно было смотреть это все через свагер, потому что так, наверное, не будет понятно, что я имел в виду. Проверяем, вот он наш пост. И, собственно говоря, как вы видите, значение по умолчанию для favorite color, который, если вы помните, является перечислением Visual Studio, ой, в смысле, Swagger. Ну и, собственно говоря, поставил его в значение red. О чем это говорит? Смотрите, если у вас будет какая-то валидация, которая должна будет проверить наличие правильного значения в свойстве и с нумерацией, то вы по умолчанию, никаких действий не предпринимая, получите валидное значение. То есть, если я, допустим, захочу сделать вот этот viewModel наследником iValidatable Object, и, соответственно говоря, в нем реализовать какую-то валидацию. И фаворит какой-нибудь color равен чему? То есть, как мне узнать, что он не задан? То есть, значение по умолчанию, понятно, будет red. А как мне проверить, что пользователь его задал явно? Ведь и пользователь, если создает какую-то сущность, он может не задать это значение физически, то есть вручную, насильно, так сказать. А это за него сделает C-Sharp, Framework, ASP.NET Core, если хотите, байндеры. Вот. И то есть существует вероятность, что пользователь получит значение, которого не создавал. Поэтому, собственно говоря, и рекомендует, ну, на самом деле не только Microsoft рекомендует, есть и другие источники, рекомендуют использовать вот такой подход, когда есть обязательно первое значение, которое является null, в смысле, она является нулевым, то есть оно невалидным по умолчанию. То есть о чем речь идет? Когда вы создаете какой-то нумератор, одно значение по умолчанию создается, которое не является валидным для вашей системы. То есть теперь, если я буду писать, если теперь буду писать валидацию для этого класса, то я могу сказать, что если это равно null, тогда, ну, как вы помните, yield return, new validation result, error color, или так, не так, color not selected, ну, в смысле, что он не задан. Таким образом, получается, если я запущу систему, смотрите, по умолчанию в предыдущий раз у меня система поставила автоматически red, а теперь меня система автоматически поставит
Да, совершенно правильно, но да, более того, если я нажму выполнить, не задав конкретного значения, я получу ошибку. Если я это сделаю без, если в моем энумераторе не будет none, ну или там undefined, или еще какое-то для вас удобное значение, то вы ошибки не получите, а пользователь, отправляя какую-то control, какой-то viewmodel в ваш метод контроллера, не задав явные значения, будет думать, что он сделал все правильно, а на самом деле был не задан конкретный энумератор. В общем-то, это, наверное, не хорошо, не плохо, это немножко по-другому. Я бы просто предостерег вас, поэтому, в общем, использовать энумерацию во ViewModel очень аккуратно. Более того, существует вероятность, когда вам непосредственно потребуется первоначальное значение. И вот этим вот нужно очень умело манипулировать, и это даст очень большие плюсы. Собственно говоря, я, наверное, сказал все, что хотел. Наверное, все. Спасибо большое. Пишите письма, шлите посылки.